Сегодня страна стала еще зеленее. Российские регионы поддержали традиционную акцию по посадке деревьев. Пострадавшим от пожаров 2010 года Заволжье на месте горельников сегодня появились молодые сосны. Здесь высадился большой экологический десант. За лопатой и ведра взялись около 100 человек. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Лесной массив вблизи поселка Северный. Стихия на своем пути здесь уничтожила все. Пожарные остановили огонь на самой окраине леса. Дотла было сожжено огромное количество деревьев. Восстанавливать посадки в Заволжье начали сразу. Молодые саженцы уже появились на территории в 1000 гектаров. Но это только четвертая часть. После уборки горельника мы производим подготовку почвы, которую в этом году мы тоже на следующий год уже готовим подготовку почвы. Где-то 970 гектаров мы должны на следующий год уже подготовить почву по республике. После подготовки мы уже осенью подготавливаем почву, весной уже сажаем. Если в начале 70-х здесь сажали только сосны, то сейчас стараются создать и смешанные посадки. Лес зализывает свои раны и сам. Вот эта береза высотою с ладонь пробилась из почвы без участия человека. Теперь ее будут окружать и молодые деревья. Великовато, но зажмите на себя теперь. Опа, и сюда. Сосновые саженцы вырастили в питомнике недавно. Борозды для них подготовили уже осенью. Фронт работ огромный. Участникам акции было необходимо восстановить 10 гектаров леса. С поставленной задачей трудовой десант справился. Многим активистам уже не впервой сажать деревья. Мы улучшаем экологию и делаем воздух чище. Ну, особенно это... очень хорошо скажется на сегодняшней обстановке экологической. Это действительно такая гражданская акция, то есть никаких там обязаловок, что-то. То есть как бы все здесь присутствующие, они все пришли по доброй воле. То есть никакими административными ресурсами их никто не привлекал. Участниками этой акции стали студенты и волонтеры. Все они работали под контролем профессиональных лесников. Только через 7 лет эти сосны вырастут больше, чем на метр. Сегодня посадили 10 гектаров, но это лишь капля в море. Впереди работа «Непочатый край». Всего в Заволжье необходимо восстановить более 3000 гектаров лесов. Сделают это за 3 года. Уже приняли республиканскую программу. Пока же территория, где бушевали пожары, больше походит на пейзажи из фильма «Катастрофы». Зеленый лес здесь появится не скоро. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика.